Первое после бархатной революции интервью экс-президента Армении свидетельствует о желании Сержа Саргсяна реабилитировать себя в изменившейся политической ситуации, считает политолог Армен Варданян. Бывший президент не раз говорил, что даст интервью, но если бы он заговорил раньше, то подвергся бы критике, поэтому он дождался, когда рейтинг власти упадет, и попытался реабилитироваться. Он обещал не занимать более высокие посты, тем не менее он желает закрепиться на политическом поле через кого-либо из своей команды, заявил Варданян изданию «Кавказский узел». Экс-президенту также было необходимо оправдаться перед своими политическими союзниками, почему он не удержал власть в апреле 2018 года, считает политолог. Саргсяна обвиняют в том, что после сдачи власти Пашиняну многие стали изгоями и подверглись уголовному преследованию, а Роберт Кочерян оказался в тюрьме. Сам Саргсян избежал серьезных обвинений, и ему не могут этого простить. Неспроста он заявил, что передал власть не Пашиняну, а Карапетяну, пояснил Варданян. По его словам, Саргсян манипулирует этим фактом. Если бы власть была передана Карапетяну, то республиканцы могли бы выдвинуть его кандидатом в премьеры, либо второй раз проголосовать против кандидатуры Пашиняна и пойти на внеочередные выборы, считает Варданян. Сомнительно, что парламент избрал бы Пашиняна, если бы не голоса республиканцев. Поэтому Саргсян делает все возможное, чтобы откреститься от Пашиняна и снять с себя обвинения. Этим объясняется жесткая критика, частично объективная, в адрес Пашиняна за действия в ходе осенней войны в Карабахе, считает политолог.